Экологи Мангистау изучают изменения цвета Каспия. Жители региона обратили внимание на странный оттенок воды в районе одного из пляжей. Неравнодушные граждане даже нашли предположительный источник загрязнения. Им считают канал сброса, который принадлежит энергетической компании. Впрочем, там поспешили заявить, этим водосбросом пользуются еще несколько предприятий. Экологи начали разбираться в ситуации. На место выехали государственные инспекторы. Они осмотрели русло канала, взяли пробы в нескольких местах и отправили на исследование. Выяснилось, что в воде содержится избыточное количество железа, фосфатов, а также меди. Однако, насколько это опасно для флоры и фауны Каспия, экологам пока неизвестно. Насчет уровень опасности определять может научно-исследовательский институт. Департамент только сможет выявить факты нарушения и превышения. Собственным каналом является ТОО «Маяк Азатомпром». В данный момент точное определение мы не можем сказать на сегодняшний день, но этот, по ходе проверки точно будет определены, чья этот сброс.